ставишь прямо тут, возле этого. То есть на сито. Прямо рядышком. Клац, 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 клац. К себе вот эту часть. Чуть-чуть еще, чуть-чуть еще. Чем раньше приехать, было лучше, так? Так он форму пришел.
Так, вот мы за какое-то время поменяли быстренько днище. Вот столько подмора, смотрите, ребята, зимовка на улице. Вот. Ну это ж свет, зима. Да? Да. Кое-где больше. Вчера выставляли видео. Вот тут самое больше, да? Вадим Туманов смотрел на него. У него вообще там подмора мало-мало-мало. Вот, допустим, как вот в восьмом улье. Вот у него такая вот история. Лепешки не ставил. Весь подмор, смотрю, возле передней стенки. То есть мед там есть. Вот. Сейчас буду ставить пленочку. Больше, да? Ну, у меня подписанный шестой, да? Ну вот, я посчитала. Угу. Сам больше шестой. Больше шестой, по-моему, вот ну, сухой, а сухой. Четвертый. Сухой, это сухой подмор, смотри. Это не то, что он там где-то мокрый какой-то. Плесень трошки сзади есть. По бокам. А ну здесь. Ну, тоже такой. В общем, что мы сейчас делаем? Мы сейчас уносим эти поддоны. Угу.